кровати красивое покрывало. Я увидела цвет и восхитилась. А называется «Солнечный розарий». Боже, какое название. Да. Номер лота 15767. А какая цена? 1290 рублей. Потрясающе. Какие великолепные листики у нас появляются на экране. Володь, конечно, принт восхищает. Принт восхищает, удивляет, радует, волнует. Куча эмоций, понимаешь, у меня вызывает этот принт. Действительно, во-первых, такие приятные у нас летние листики здесь используются. Конечно, розы в огромном количестве, ведь название говорит само за себя. Розарий, это значит, что розы у нас здесь действительно использовались. И вот здесь даже, знаешь, лишь следы остались от роз, потому что действительно хотели, наверное, производители бесконечно продолжать эту палитру в цветочном стиле. Ты знаешь, это очень модно, между прочим, сегодня. Цветочный вообще принт и дизайн. Ну а розы сам по себе, конечно, символ любви, символ женственности, символ вечной красоты. Недаром ведь розы самые популярные женские цветы. Ой, ну потрясающе, Володь, действительно потрясающий принт, великолепный дизайн и великолепная цена 1290 рублей. При этом выгода 800 рублей. У меня вопрос, Володь, вопрос, как никогда меня волнующий. Давай. Я вижу, что у нас опять есть строчки, но нет ниточек. Это что, расскажи мне? Это термострочка. Специальным образом нанесенная в этом покрывале, можно сказать, инновационный метод. Такая новая технология, которая используется далеко не во всех покрывалах, далеко не во всех изделиях. Так вот, нам и нашим телезрителям очень повезло, потому что в этих покрывалах используется термострочка. Это очень важно, благодаря надежному термонанесению, да, под высокой, очень большой температурой, у нас нет действительно ни одной ниточки, за которую можно зацепиться, после чего, соответственно, вообще распустить и вывести из строя навсегда наше покрывало. Потратим деньги, выбросим, никакого удовольствия. Здесь же этого не произойдет, но плюс ко всему, самую важную функцию эта термострочка несет вместе с нашим наполнителем, потому что внутри у нас высокосиликонизированное волокно, которое у нас гипоаллергенное, которое прекрасно пропускает воздух, которое можно стирать, Саша, понимаешь? Не нужно тратиться на химчистки, не нужно бежать куда-то искать. Ну а самое главное, ты же наверняка знаешь, что у многих людей есть аллергия на натуральные дополнители, на шерсть. Вот меня, например, аллергия на шерсть. Поэтому я никогда в жизни себе не куплю такое покрывало, еще и потому что стоит оно бешеных денег, так еще ухаживать за ним невозможно. Ну и плюс ко всему, действительно, еще и благоприятная среда для развития там различных клещей, микробов, и все это проникает потом через поры в нашу кожу. Кошмар. И очень, может быть, даже смертельно, знаешь. Вот, друзья, не экономьте на своем здоровье, просто делайте выгодные приобретения в нашем домашнем телемагазине, потому что в этом наполнителе не заводятся болезнетворные бактерии, никакие клещи, не вызывает аллергию, надежно сцеплена благодаря нашей термострочке, а цена сегодня такая же надежная и непрошибаемая, 1290 рублей, только в этом часе, только сейчас дозвонились. А мне нравится, как меняется наш счетчик с количеством проданных покрывал, только что было 42, уже 47, соответственно, все будет больше и больше увеличиваться, в большую сторону, соответственно, у нас-то будет все меньше и меньше оставаться таких покрывал, поэтому звоните, заказывайте прямо сейчас. Но, Саш, прежде чем мы, конечно, удивим наших телезрителей еще одной стороной вот нашей медали, как раз, я как раз хотел остановиться вот на этом кантике. Ты, наверное, ощутила его на ощупь. Прям да, такое ощущение. Мой вопрос прочитал. Да, такое ощущение, что шелк, правда, шелк. Да, а это не шелк, это атласный ткань. Да. Кантик, атлас, ты знаешь, материал, который практически повторяет по своей структуре шелк. Ну, а я думаю, что мы сегодня тоже об этом поговорим чуть позже. Для чего здесь этот кантик? Для того, чтобы с двух сторон надежно фиксировать наше покрывало, потому что покрывало действительно такое сложное инженерное сооружение, потому что очень много всего используется для выделки. Но опять же, ты видишь, ни одной ниточки у нас нет с этой стороны. Все надежно закреплено вот таким атласным кантом. Слушай, даже с изнаночной стороны все выполнено идеально. Давай как раз мы изнаночную сторону посмотрим отдельно. Расскажи мне. Давай. Я бы даже не назвал ее изнаночной. Да, вот, посмотрите, потому что роскошный, красивый, такой кофейный цвет. Вполне себе можно использовать как вторую сторону покрывала. Почему бы и нет? Преобразит, опять же, любой интерьер.
можно легко изменить настроение в своей душе с помощью такой расцветки. Давай вот перевернем, просто покажем, как можно заправить свою кровать. Опять же, второй стороной. Например, гости к вам пришли, вы перевернули другой стороной, чтобы не испачкать наш солнечный розарий, да? И все, вот так. Слушай, опять же, стильно, мне даже эта выглядит. Сторона больше нравится. Очень красиво, действительно лаконично, ничего лишнего, минимализм. Вот мой муж любит, когда все без всяких цветочков. Вот прям идеальная сторона, когда он будет в командировку, я вот переворачиваюсь. Слушай, вот это покрывало может угодить и женщинам, и мужчинам, потому что солнечная, яркая, красивая сторона с розами более женственная, а вот такая кофейная, насыщенная раскраска больше подойдет для мужчин. А это покрывало точно подойдет вам, дорогие вы наши, и цена точно не оставит вас равнодушными. 1290 рублей. Номер лота. Запишите себе 15767 и запомните название «Солнечный розарий». Почему я об этом говорю? Да потому что осталось у нас буквально 40 секунд до конца знакомства именно с этим лотом. Потому что, я напоминаю, у нас действует скидка часа. Только в этом часе у нас установлены вот такие вот несказанно низкие цены. При этом продано уже 72 покрывала. Молодцы! Поздравляю, вы все делаете правильный выбор вы сделали. Давай быстро еще раз напомним о второй стороне. Давай. Потому что она стоит вашего внимания. Посмотрите, как легко, опять же, изменить настроение, как легко изменить дизайн. Ну а какой прекрасный подарок. Всего лишь за 1290 рублей можно приобрести вот такой надежный козырь в своем рукаве на любой повод. Сделайте подарок себе или своим близким. Сегодня вы можете это сделать, и вы этого достойны. 1290 рублей, номер лота 15767. Солнечный розарий, название, чтобы действительно ваша жизнь стала по-настоящему солнечной.